Некоторые люди внушают доверие с первого взгляда, без малейших усилий. Должно быть, это здорово. Простите, можете купить нам выпивку? У-ху! Красотка! Никому ни слова. Эй! Боже мой! Как насчет оторваться по полной? Давайте за мной. Клевый подвальчик. Здесь можете творить все, что угодно, но наверх не подниматься. Просто офигенно! Добро пожаловать к маме. Где ты была? Гуляла с друзьями. Милая, у тебя мама. Привет, солнышко. Хочу тебя кое с кем познакомить. Что? Целую, ма? Вечеринка продолжается. Откуда у нее наши номера? Я же говорила, здесь будут все. Нам нельзя наверх. Что за хрень? Посмотри. Мэгги. Я вижу, как твои большие глазки наблюдают за мной. Что тебе нужно от моего сына? Ничего особенного. Раздевайся. То, что вы со мной сделали, забыть нельзя. За что ты так с нами? Каково это быть аутсайдером? Чувствовать, что ты всегда чужой. Давненько я так не отрывалась. Ма, с 13 июня.